И снова здравствуйте, всем привет. Итак, частично готов уже, значит, персонаж. Давайте посмотрим, как он выглядит. Это, значит, вот такой у него внешний вид. Аж вот так он выглядит, значит, без каски. Теперь посмотрим, какой у него рик. Рик у него миксамовский. Добавлены кости на зубы, на рот, чтобы закрывался. Под мимику лица кости вставлять не буду, наверное. Ну, может, со временем потом настроюсь как-нибудь. Так, это щит. Щиту нужно добавить еще лямки, значит, которые будут держать именно руку. Меч. Меч я скачал в интернете, потому что делать его, в принципе, не так сложно. И по дизайну такой простенький, вроде бы как подходит и по цвету, и по дизайну персонажу. Мечей, кстати, очень валом в интернете, который можно скачать. Это дело не проблема. Так, по файлу что еще скажу. Значит, весь вот этот файл и ZBrush-овский тоже с развертками будут в группе в описании. Ссылка. Там вы сможете его скачать. Под роликом не буду уже выкидывать. Все модели, значит, в группе, на которую ссылку оставлю в описании. Повторяюсь. Так, что еще тут? Есть анимации в Миксама именно со щитом, с мечом. Ну, давайте попробуем с мечом и посмотрим, как работает этот персонаж. Какие у него проблемы. Ну, проблема сразу, если кто-то уже делал персонажей, заключается именно вот в таких больших доспехах. Вот. Вот в этих. Они разные. Их двое. Вот они. Эти тоже поделены на отдельные две части и привязаны к отдельным костям. Так, добавлены кости. Вот это на вот эту тряпку, на материал. Так, еще отсутствует бляха. Нужно доделать бляху. Возможно, сниму ролик еще по бляхе. Ну, в принципе, бляха, любую бляху вы можете сделать по ролику. Ну, вот как я вам показывал, как делать щит. Можно даже со щита вот взять сейчас вот это, вырезать кругом лицо и вставить прямо на бляху. Или просто щит использовать как бляху. Чуть-чуть где-то растянуть, чуть-чуть где-то округлить, возможно, но это можно поэкспериментировать. Так, что еще? Значит, когда вы скачаете модель, при других анимациях вы можете вот эти передние косточки, вот они, которые стоят на ткани, просто отзеркалить или перенести назад и перевязать вот этот весь рик к персонажу. И все заработает, все будет заиргут. Так, теперь погнали в постмод и посмотрим, какие тут проблемы. Так, проблемы, значит, с рукавами, вот с этой защитой. Вот когда он делает вот такую позу, вы видите, что у него перекручиваются вот эти вот штуки. Почему? Потому что я их завязал на отдельные кости. Так, сейчас я вам их покажу. Это вот они, два куба. Вот. И когда вы делаете свою анимацию, проблем такой, ну, таких проблем не будет именно с персонажем. Вот это, когда он замахивается. Почему? Потому что вы сразу будете писать уже анимацию и под эти делать движения вот этих щитков. Ну, давайте попробуем все это дело переписать. Я пару кадров покажу. Так, значит, мы выбираем цельные кадры. Это 50, 55. Промежуточные маскируем. Так, 60. Через Shift выбираем вот эти. Так, 65 оставляем. Ну, хватит, наверное, пока вот на этих и покажу.
Так. 50-й кадр. Видите, он в позе. Перекручиваем, значит, R нашу вот эту штуку. G. Ее можно вертеть, крутить, как вам будет удобно. Поэтому я и завязал ее на отдельную кость. Так, R. Перекручиваем побольше в сторону плеча руки. Но чтобы у нас не зацепляло, значит, лицо. Ну, вот эти проблемы, проблемы с пустотой, ну, я думаю, что деть их будет невозможно. Но если только там подобавлять какие-то невозможные ремни, ну, возможно, как-то это все дело подрегулировать. Ну, делаем вот так вот. Значит, персонаж замахивается, у него один щиток уходит в эту сторону. Так, сейчас скрою я вот этот щит. Так, и меч пока скрою, потом все это дело вставим. Так, заходим в постмод и продолжаем переписывать первый кадр. Здесь вот тоже вы видите, что руки вот вроде бы нормально, но вот это дело нужно опять же крутить, вертеть. И желательно устанавливать их на, значит, курсор, устанавливать геометрией. Так, это побольше, значит, здесь опускается, чтобы прям по руке. Так, ну и немножко, наверное, подогнуть. Вот. Ну вот теперь вот это еще как-то понятно, это я верю. Но ближе, видите, ну вот этот еще можно ближе подтянуть, но результат, в принципе, такой серьезное, чтобы изменился, но вот ближе можно подставить. Это как защита у него, да? Перепрописываем А, И, прописка прошла. Так, теперь что у нас получается? Здесь он вот еще идет замах. И вот нам получается нужно теперь 70-й кадр переписать, да? Тогда мы вот это тоже удаляем по кадровку. И вот здесь вот смотрим, какие будут теперь здесь варианты. Так, значит, R, руки у него слишком близко. И вот это вот уже будет создавать проблемы. Так, вот он где-то вот здесь должен быть щиток, но его будет при каких-то ракурсах возможно видно. Вот так вот, да? Ну, можно чуть побольше отвести от лица и здесь тоже выбрать вот этот щиток и попробовать его, значит, R G как-то побольше переписать, да? Но тогда видно полностью всю вот эту канитель. Это не есть гуд. Нужно как-то это все дело, руки прикрывать. Ну, вот под таким ракурсом, вот сверху, допустим, или сбоку удар, будет видно все нормально. Ну, вроде бы бой идет, да? Здесь еще можно поприкалываться, так и как бы назад поотводить еще. Создать им, так сказать, движение. Вот так как-то. Ну, опять же, чтобы ему не перекрывало, значит, лицо. Так, это, значит, кверху. Чуть-чуть можно еще угол поменьше сделать. Ну, и это тоже. Так. Больше, так сказать, раскрыть. Прописываем А, И. Так, что у нас с этими анимациями? Ну, вот эти вроде бы попали. Конечно, тут можно еще похимичить, попереписывать. Значит, это R. Где-то G перекрутить. Еще как-то R побольше перекрутить
силу, ну а этот нормально. А, и смотрим дальше. 50-й. Защита лица идет. Ну вот пошел, значит, удар. Перехвест. Неудобны вот эти очень большие, значит. Так-то смотрится он прикольно. Но вот эти вот большие, значит, у него закрылки. Возможно, их чуть-чуть можно будет уменьшить. Но особо тогда испортится вид. Не знаю. Надо экспериментировать. Так, теперь смотрим. Вы видите, что ремень не ломается, как в прошлый раз, да? Вот здесь вот только тянется. Сильных таких изменений нет. Вот именно спереди. Как это все дело достичь, переделать? Давайте зайдем в нулевой кадр и зайдем в Edit Mode. Смотрим, видите? Так, вот она стоит, косточка тазовая. И вот от тазовой вот этой кости, вот если ее поднять, чтобы сгибание происходило, значит, выше пояса, так это значит, ну как-то так, вот чтобы вот этот пах, ну, гнулся, где пояс, да, выше его. Тогда он не будет зацеплять, пусть по грудной клетке гнется, там еще по ногам. Тогда вот эта часть пояса, где вот это все дело проходит, она не должна растягиваться и изменяться. Зайдем в Object Mode, выберем, значит, ткань сначала. Почему ткань? Потому что вставлены кости. И ткань вяжется именно вместе с персонажем, вот с этим костям. Ctrl-P, with Automatic Widget. И вот теперь, если будет изменение и изгиб, передняя часть ремня нормально. Вот заднюю еще нужно подкорректировать, возможно, весами. Потому что наклон идет вперед, здесь вроде бы не трогается сильно она, да? Но а сзади все равно подтягивает. Вот с ремнями постоянно вот такой вопрос. Если свой риг вставлять, то будет нормально. Так, давайте теперь Alt-H. Посмотрим, что он тут, что у нас происходит со шлемом. В принципе, вот шлем, он мешается, конечно, но не так серьезно, как я предполагал. Но если его уменьшить, кстати, его можно еще и уменьшить. Давайте попробуем. Раз. Так, Ctrl-Z. Опять же, те меши, которые будут менять свое положение, надо привязывать set to origin, origin 3D геометрии, чтобы вот недалеко это дело можно было не искать потом по всему полю. Вот это значит шлем. Вот если его поменьше сделать, вроде симпатичнее уже смотрится. Вот тут тогда выступает кольчуга, которой тоже нужно заняться. Так, это значит S. Кольчуга — это просто текстурка. Все так получилось. Так, и вот эту кольчугу тоже привязать с этой режим геометрии. Так, S. Ну, на момент анимации, если он в каске, то ее можно просто скрывать. Ее можно ставить, когда он, допустим, без каски. Вот H английское скрываем. И Alt-H включаем. Выбираем нашу текстурку и H. Все.
все, тогда она мешать не будет. Ну и тут чуть-чуть нужно уши попрятать. С этим делом тоже можно, значит, поработать. Так, здесь вот еще как, какой казус, да? Вот рука, видите, что нужно еще изменять анимацию рук, потому что они проваливаются очень сильно, значит, персонажа. Так, опять же, вот эту аж я закрою. На первом кадре выбираем меч и просто подставим его к рукам. Так, перекручиваем R, G. Так, смотрим с выключенными, значит, с этими всеми костями. Так, как он тут станет? Так, и идет перекрутка в эту сторону. Так, G. Ну, приблизительно хотя бы, да? Так, как-то так он должен его держать. Тут вот тоже проблемы с установкой меча, допустим, того же. Но все равно лучше делать анимации свои. Поэтому вот эти все анимации с миксама лучше использовать как, ну, раскадровку, что ли. И можно в каких-то случаях там походка, там прыжок какой-то использовать в своих проектах. Но лучше делать свои анимации, они так будут лучше. И они будут тогда очень лучше. Так. Попадаем в руку. И теперь смотрите, как вяжем его. Выбираем меч, выбираем кости. Заходим в постмод и выбираем именно руку, вот, которая держит меч. Делаем Ctrl-P, бон, ну как глаза. И теперь, что бы он ни делал, эта рука будет держать именно вот этот меч. Такой у нее получился. Вот его сейчас можно сделать так. Чуть-чуть подкорректировать и поставить в позу, и будет нормально. Но вот руки проваливаются. Смотрите еще, что придется делать, да? Так, руки проваливаются, значит, нам понадобится G. А, это ноги, Ctrl-Z. Много тут теперь косточек. Так, вот она. Во! Вот теперь рука будет видна. Вот это. Локоть сбивается. Тут тоже локоть сбился. Его тоже нужно корректировать. Английская А, И идет прописка. Теперь, если нам нужно на этих, вот на этих же кадрах прописать тоже эти косточки, мы их просто выбираем. Так, она, по-моему, вот это и вот это. Выбираем вот эту анимацию одну, чтобы все, ну, выделен был один кадр, который нам нужен. Делаем Shift-D и переставляем их, допустим, вот в эту позу. Ну, на этот кадр. Вы видите, что они прописались, и по этому кадру все равно вот локоть видно уже. Ну, так, Ctrl-Z. G. В принципе, нужно прописывать тогда каждый кадр. Будет тогда все good. Так, вот они еще косточки. Вот эти кости, они работают на движение вот этой вот ткани. Это прикреплено к тазу верхней, а эти, ну, свободные, вот они, косточки. Эти свободные, вы можете их тут уже подгонять, тоже прописывать. Вот так вот. Так, R, движение создать там. Такая штука.
Так, тут еще проблема вот со щитками. На ногах щитки тоже нужно будет корректировать. Так. Ну, словом, если делать анимацию, нужно руководить всеми вот этими частями. Вот, вот этими всеми. Так, R, G, так, R. И вот самое интересное, что они должны быть на боку. Но при анимации они немножко все равно заходят. Могут заходить вот на эту, ну так, на ногу. Вот так где-то они должны быть. Так. И вот этот щиток больше так отходит. И в эту сторону. А, и прошла прописка. Смотрим, как он теперь выглядит. Все, щитки на месте. Можно писать нормальную полноценную анимацию. Так, вот тут плечо выкрутилось, да? Вот это дело нужно тоже тогда как-то прикрывать будет. Но опять же, все зависит от ракурса, в котором он будет вести бой. Если вы будете писать его вот с этой стороны, то желательно R-щиток как бы, ну, прикрыть побольше руку. Вот. Если вы будете его писать с этой стороны, то лучше тогда как-то прикрыть вот, вот эту щель. Ну, другого варианта я пока не вижу. Но тут вот со спины, если будете писать, то тогда нужно, чтобы вот этих наездов тоже не было. Так, это не та. Так, а где он тут? Так, как-то приподнимать выше и перекрутку делать как-то больше тогда. Вот, если со спины будет бой, то лучше делать, конечно, вот все закрытыми. Вот так. А тут вот с этой стороны, если вот идет съемка, допустим, то тогда находим вот этот куб, делаем R, и в принципе можно прямо его так раз. Можно его прям побольше сюда-то вывести, не смотреть вот на эту тогда сторону. Ну просто закрывать какие-то места, чтобы они сильно не бросались в глаза. Ну, как-то так. Ну, так вот внешний вид у него неплохой. Вот, даже с этого ракурса. Вот, тоже нужно теперь на кадр, на каждом пятом кадре все это дело корректировать. Это неудобно, проще сразу записать свою анимацию, даже вот используя эту раскадровку. G, R. А, и... Ну, какая-никакая прописка, да? Вот работа щитков, и тут теперь тоже щитки нужно поправлять. Ну, вот сейчас вот можно сделать статуэтку. Подкорректировать, тут руки подтянуть, где-то что-то сделать, и будет нормальная статуэтка. На подиум ее поставить. Вот так. Ну, а потом к этой статуэтке отдельно тогда прикрепить ремень, чтобы вот так его не тянуло. Или назначить тут веса,
посмотреть, какая кость ее тянет, и значит это дело подкрасить, чтобы пояс, ну, был без изменений, без движений. Вот такая штука. Я еще с этим делом поработаю, проконсультируюсь у друзей, и тогда сниму ролик, наверное, как вот это все дело устранить. Ну, вот такая информация. Так, еще что хотелось бы показать. Так, этот файл я сохраню. Так. Вот тут еще, кстати, можно и добавить щит. А если щит добавить, я не знаю, это надо уже пробовать. Вот сюда еще приставки щит добавляем, он перекроет все. Все косяки он будет закрывать. Будет меч торчать, щитка почти, может, и видно не будет. Ну, давайте попробуем, кстати. Нас заинтересовало. Alt-H. Просто скрипта появись. И теперь выбираем, значит, щит. Делаем R. Привязываем его, опять же, к геометрии, чтобы не гонять его по всему полю. Так, G. Делаем тогда S. Вот надо приметить, какой он должен быть размер щит. Там вроде в игрушке небольшой. Так, это значит R, G. Но это сильно жестко, мощно. Так, вернем ему текстурку. Вот так он будет выглядеть без шлема. В принципе, тоже неплохо. Так, вот такая информация. Давайте я все это дело сохраню в файл сейв, вдруг вам это дело пригодится. Так, еще что хотел показать. Это значит файл, так, новый файл. Это я пока удалю. И поставим, давайте, анимацию, импортируем анимацию FBX файла из, так, откуда, из Миксама. И посмотрим, вот есть ролик вот по этим косякам, вот вы видите, как тянется у него лицо. Вот. Чем большие вот эти челюсти, близко, так, маленькая шея, допустим, вот, получается, начинаются вот такие вот косяки. Как эти косяки устранять, ссылку оставлю в описании на тот ролик, где я уже это дело делал. Нужно добавлять тут еще две косточки, одну на челюсть и одну поставить на грудь, чтобы расстояние вот это вот назначенных веса отделяла челюсть от груди. И в принципе все решается вопрос дополнительной косточкой. Так, вот такая информация. Все, всем пока, до свидания. Ссылка в описании будет на группу, где будет находиться этот персонаж, эти файлы, где их можно будет скачать. Ну и пишите, если что-то непонятно, в ВК или под роликами, вдруг какие-то у вас вопросы, постараюсь это дело как-то объяснить, если знаю. Все, всем пока.